Всем привет! Вот у меня тут новая пластиночка итальянской группы Банка дель Мутто Соккорсо. Дель Мутто. Ну, я не поговорю в следующий раз. А сейчас, поскольку у меня там написано в Ютьюбе, что Алексей Рыбин о музыке и не только. Не только, да. Будем говорить не только о музыке, будем говорить о книгах. У меня в руках замечательная книга, которая называется «Главные песни века. От Диксиленда до хип-хопа». Написал ее Александр Кан, мой старинный товарищ. Много десятков лет мы знакомы. Познакомились мы в Ленинграде, где жил Алек Кан, как мы его звали тогда. Сейчас он уже заматерел, и мы его называем Александр. Дорогой Александр. Александр много лет уже живет в Лондоне и занимается журналистикой. В основном музыкальный. Еще будучи в Ленинграде, Александр был одним из ведущих, наверное, специалистов по джазу, а также по року, а также по прогрессиву всяческому и всем его ответвлениям. Потому что рос он так же, как и мы все, и слушали мы все примерно одну и ту же музыку от Beatles и Stones, через Hard Rock, через King Crimson и Yes, Gentle Giant и Jet Rattle. Все вот это. Путь-то, в общем, у всех был одинаковый. А потом, по-моему, Александр говорил, что King Crimson его свернул в сторону джаза как раз. И он погрузился в джаз с головой. И сейчас, на мой взгляд, из тех журналистов, музыковедов, кого я читал, работы которых я читал, Александр, наверное, является лучшим. Ну, дело в том, что все-таки он живет в Лондоне, он находится, если говорить о рок-музыке, которой он тоже занимается, продолжает следить за всем происходящим, а также изучать историю, которую неплохо знал уже и живя здесь. Но, находясь внутри все-таки процесса, внутри процесса английской музыки, он знает все это достаточно хорошо, и его отличает то, что он подает информацию максимально объективно, безо всякой вкусовщины. Хотя, конечно, он упоминает о своих личных пристрастиях иногда, но в информации, которая идет, которую мы получаем из его книг, статей и там, интернет-постов, все очень объективно. Все прямо вот как... Все как было, короче говоря. В отличие от того же Сева Новгородцева, который я безумно люблю, и на передачах которого я тоже в свое время вырос, Сева все-таки вкусовщину подпускал изрядную туда. Это было дико весело, смешно, интересно, и хотелось еще шуток-прибауток и его личных оценок. Но личные оценки, они все-таки немножко искажают информацию всегда. Чего нет у Александра Кана. При этом он пишет очень доступно, легко и... Не дидактично, скажу я вам. Вот эта книжка, она у нас продается. Посмотрите на нее внимательно. Вот так вот, очень всем рекомендую. «Главные песни 20 века от Диксиленда до хип-хопа». Чуть-чуть вступительное слово, чтобы вы не пугались, что это главные песни. Все сразу ждут, какие же это главные песни. Какие же это главные песни 20 века? У каждого ведь свои в голове главные песни 20 века. Ключевое в названии книги понятие «главное». «Главное» – это не обязательно лучшее, хотя нередко эти понятия самым счастливым образом сочетаются. И я, конечно, изо всех сил старался, чтобы главные были все же лучшими. «Главное» – это те, без которых немыслимо представить себе либо историю века, либо ее культуру. Иногда такой смысл исторический, общекультурный, а то и откровенно политический, закладывается в песню ее авторами совершенно сознательно. Иногда этот смысл возникает сам по себе, неожиданно вскрывая заложенные в музыке и тексте, почти против воли авторов, или им поначалу неведомые, куда более глубокие смыслы. И, знаете, я когда прочитал эту книгу, даже когда я посмотрел на содержание, которое я сейчас озвучу, похоже, что это действительно главные песни века. Да, главные песни века. Что бы мы ни думали, что бы мы ни говорили. Вот сейчас еще я хочу найти тут одну вещь, которая наверняка зацепит очень многих. Очень многих. Ага.
хочется обсудить очевидный перекос в сторону англо-американской популярной песни. Разные века несут на себе отпечаток доминирования той или иной национальной культуры. Были века германские, французские. 20 век в популярной культуре – это век англо-американский. Спорить с этим сложно, правда? Ведь это не умаляет ничего и никого. Но это есть, это все. Практически вся популярная музыка 20 века выросла из американских влияний. Принесенная на американский континент африканская музыка породила блюз. В сочетании ее с традиционными европейскими христианскими песнопениями появились спиричуэлс и госпел, с военными духовыми оркестрами марширующие похоронные банды черной бедноты Нового Орлеана, с добавлением в этот и без того богатый пестрый коктейль рэгтайма фортепианного, таперского аккомпанемента борделей того же Нового Орлеана родился джаз. Прививка к блюзу деревенской американской полуфольклорной музыки кантри породила рок-н-ролл. И дальше. Ну, это факт, против которого ничего не сделаешь. За пределами книги остались также интереснейшие для своих культур важнейшие музыкальные явления, такие как французский шансон, немецкий авант-рок или бразильская тропикалия. Как остался бы, по всей видимости, маргинально-национальным явлением и регги, если бы на Ямайке родным языком Боба Марли и его товарищей не был бы английский. По этой же логике, вот это внимательно, пожалуйста, потому что я много очень читаю комментариев о том, что «Ой, а где русский рок? Почему нет?» Потому. По этой же логике за пределами книги остались и все зачастую великолепное наследие отечественной песенной культуры. Русская песня, огромная и невероятно значимая для русской культуры, я добавлю и мировой, явление достойно отдельной книги, в которой будет рассказано о лучших, или, пользуясь принятой здесь терминологией, главных ее образцах. Так что все впереди, и на моем канале, и в книгах Александра Кана о русской культуре мы обязательно, мы, это я и Александр Кан, в разных формах, по-разному поговорим. Теперь я перейду к оглавлению, которое меня заворожило просто. Так, главные песни 20 века. «When the Saints Go Marching In», «Когда святые маршируют». Помните, да, наверное, эту штуку? «We Shall Overcome», «The Entertainer», «Иерусалим». Обращусь к Иерусалиму сразу. Мы все здесь любим рок-музыку. «Иерусалим». Помните пластинку «The Brian Salad Surgery» Emerson, Lake and Palmer, которая вышла в ноябре 1973 года? Открывается песня «Иерусалим». Что это такое? Наверняка многие знают. Я приведу цитату из книжки вот этой вот «Главные песни 20 века». Английский поэт и художник Уильям Блейк, ключевая фигура европейского романтизма, написал стихотворение «And did those fit in ancient time» в 1804 году. Оно было частью предисловия к его эпической поэме «Мильтон». Стихотворение было основано на евангельском апокрифе, в соответствии с которым в молодости Иисус Христос ступал своими босыми ногами на зеленые холмы Англии, совершая вместе со своим будущим соратником Иосифом Аримафейским путешествие в Альбион и даже побывал на холмах Гластонбери, месте будущего аббатства. Это все прекрасно. В 1916 году композитор Хьюберт Перри положил стихотворение Блейка на музыку, а еще спустя 6 лет другой английский композитор Эдвард Эльгар оркестровал мелодию, и уже под названием «Иерусалим» она была впервые исполнена на фестивале в Лидсе. Надо сказать, что это произведение едва не стало английским гимном, наряду с «Боже, храни королеву». Официального гимна у Англии ведь нет до сих пор. «Боже, храни королеву» просто так взятая за основу, как поет одна российская певица. И «Иерусалим» очень долго спорил с этим произведением, и иногда «Иерусалим» исполняется в качестве даже английского гимна на разных мероприятиях. Но когда Эмерсон, Лейк и Палмер записали этот самый «Иерусалим» по-своему, английские радиостанции не транслировали это произведение, потому что считали его профанацией и надругательством над святой, такой почти святой для Англии песней. Здесь очень много написано про эту песню, про Эмерсона, Лейка и Палмера, про историю «Иерусалима» песни и так далее.
Mac the Knife, например, песня «Summertime». Отдельная глава про песню «Summertime», которую знают все абсолютно. И она настолько часто и настолько по-разному исполняется, что мне, например, она уже обрыдла до невероятной с дикой силы, и я ее слушать не могу. Я слушать могу «Summertime» одну единственную версию. Это версия Майлса Дэвиса с пластинки «Porgy and Bess», которую он записал вместе с оркестром Гилла Эванса. Вот там «Summertime» как-то по-человечески звучит в исполнении Майлса Дэвиса. «Crossroad Blues» Роберта Джонсона. Отдельная глава. «My Favorite Things». Все помнят, да, это по Колтрейну, по версии Колтрейна. Здесь рассказывается история этой пьесы «My Favorite Things». Песня из мюзикла «Звуки музыки». Если кто-нибудь помнит фильм художественный «Звуки музыки», который потряс весь мир в свое время. Действительно, это, как пишет Александр Кан здесь, и я с ним полностью согласен, это один из последних таких рывков классического голливудского кино. Вот эти самые «Звуки музыки», мелодрама, мюзикл, изумительный фильм. И там звучит песня «My Favorite Things», из которой Джон Колтрейн потом сделал индийско-африканское мистическое полотно, которое всем наверняка знакомо, и пластинка Колтрейна «My Favorite Things» наверняка есть у многих дома. Здесь замечательная история и этой песни, из которой Колтрейн сделал вот эту свою инструментальную композицию, невероятно затягивающую, и много чего еще другого про Колтрейна. «Yesterday» – отдельная глава, как яичница-болтунья стала главной песней века. Интересно, да? Почитайте. Наверняка это будет... Узнаете что-то новое. Я, по крайней мере, узнал, когда прочитал. «I can't get no satisfaction» – отдельная глава. Как приснившийся Ричард Суриф и сексуальные фрустрации Джаггера породили одну из самых великих песен в истории рока. Ну, казалось бы, общие такие заглавия, но поверьте мне, что текст сам по себе невероятно интересен. «Tomorrow Never Knows» – отдельная глава. «The End» Моррисона – отдельная глава. «My Way» Синатры – потрясающе интересная глава с кучей историй про Синатру, как ему выбили зубы в одном отеле, где он пытался получить кредит в казино, когда у него, в тот период, когда у него не было денег совсем. И после того, как мы выбили все зубы, везде пошли заголовки во всей прессе, что Синатра закончил с музыкой навсегда. Что ложь, он не закончил с музыкой. «Вудсток», чего здесь только нет. «God Save the Queen», «Sex Pistols», «Another Brick in the Wall», Pink Floyd, «Hallelujah», «Born in the USA», Брюса Спрингстина даже здесь, «Like a Prayer», Мадонны, «Smells Like Teen Spirit», Нирвана, да. И заканчивается... Как и закончился 20 век, Eminem, Stan. Неожиданно. Неожиданно, объективно, потому что я уверен, что Александр Кан не с одинаковой силой любит «Summertime», «Stan» и «Burn in the USA», например. Но против фактов не попрешь, против влияния этих песен на массы, на массовую любовь не попрешь. Что есть, то есть. Что имеем, то имеем. «The House of the Rising Sun», пожалуйста, «Караван» Дюка Эллингтона. «The Twist», «And Twist Again», Чаби Чекер. Все здесь присутствует. «Rock Around the Clock», «Rock, Rock», все отлично. «Round Midnight», опять-таки для тех, кто погряз в джазе окончательно. Там же «Strange Fruit», «Billie Holiday», «My Generation», «The Who», «Like a Rolling Stone», Бобу Дилану здесь посвящено достаточно много, так же, как и моему любимому Дэвиду Боуи. Здесь три песни Дэвида Боуи обозреваются: «Space Oddity», «Starman» и, конечно, «Heroes». Когда моя дочка увидела эту книгу, она сказала: «Yes, папа, я буду читать». «Helter Skelter», «Beatles». Что порадовало особенно, «Revolution No. 9». Не отдельной главой, а вкупе с «Revolution» и «Revolution 1». Но, во всяком случае, она здесь есть. Я обожаю это полотно с белого альбома. Может быть, я странен, но, тем не менее, меня дико порадовало, что я увидел здесь «Revolution No. 9». «My Sweet Lord», «Imagine», конечно. «Stairway to Heaven» обязательно.
Так, уже говорил, Stan Heroes, I Feel Love, God Save the Queen, War, Redemption Song, Bob Marley, Bohemian Rhapsody, Автобан Крафтверка, American Pie, Дона Маклина. В общем, на все вкусы, Вустек Джонни Митчелл, на все вкусы история популярной музыки 20 века. Ну и Триллер Майкла Джексона, конечно, здесь присутствует. Очень рекомендую. От души, просто это не реклама, это я делюсь с вами тем, что мне очень-очень нравится. Главные песни 20 века, от Диксиленда до хип-хопа. Александр Кам. Пойду пить, пока.